29 мая 2024 год. Сейчас не про войну, сейчас про парад планет, который состоится 3-4 июня. То есть через несколько дней уже можно будет, если с погодой вам повезет. Сейчас покажу программу, которую пользуюсь сам, приложение. Ну, может, заинтересованные лица найдут это приложение тоже полезным. Вот оно, Stellarium, да? Видно? Давайте, может, кто-то не прочитал. Stellarium видно, да? Куда я кликаю. Значит, здесь мы ставите свое место в левом верхнем углу на смартфоне, настройки, место. Ну, тут можно использовать автолокацию, но сейчас я, конечно, не буду тут показывать свое местоположение по понятным причинам. Значит, вот у нас место Истанбул. Давайте возьмем самое южное место Украины, Фарос, да? Фарос. Фарос, Краймия, Украина, Украина, да? Окей. Так, что у нас теперь? Вот у нас кликаем на время. Удобно здесь сделать. Расширяем. Нам понадобится восток. Он на восток направлен. И время. Вперед, наверное, быстрее. 3 часа, да, теперь 30-е, 31-е, 1-е, 2-е, 3-е. Можно здесь ускорить время движения, чтобы быстрее время шло. Видно, да, как я, он уже там светать начинает. Ну, вот вам то, что вы увидите глазами визуально, всяких, конечно, уранов вы не увидите, но вот у вас будет Сатурн, он, к сожалению... Я сейчас Nikon Coolpix я снимал. То есть кольца, они в буквальном смысле вот так вот, вот сейчас. Они практически в одну линию уже выровнялись. То есть нет вот этого красивого сомбреро. Оно скоро исчезнет совсем, потому что оно будет в торец. Мы будем этих колец смотреть. Но пока еще что-то видно. То есть Nikon Coolpix это зум 125 крат плюс 4 цифровой. То есть видно. И вот, смотрите, что еще будет красиво. Совсем рядышком с Луной, убывающей, будет Марс. Марс, к сожалению, вот эти расстояния 1,85 АЕ. АЕ это астрономическая единица, если кто-то такой же профан, как я, и по астрономии. Астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца, 150 миллионов километров, то есть практически 2 астрономических расстояний, а астрономических единиц это почти 300 миллионов километров. Это очень далеко. Марс подходил когда? В 20-м, по-моему, году я снимал Марс. Он 60 миллионов километров от Земли был. И тогда даже у меня получилось вот этим Nikon Coolpix снять ледяные шапки на полюсах, на полюсе. Ледяная шапка. Ну, в общем, все, что вы сможете, это даже без фотоаппарата будет видно невооруженным взглядом. Сатурн и Марс с Луной. Вот это та красота, которая вам доступна будет. Но если мы, вон видите, дальше как идет красиво, Меркурий и Юпитер. То есть это именно парад планет, но это будет уже слишком рядом с Солнцем. И вот давайте сейчас попробуем время чуть-чуть ускорять. И, то есть, в свете солнца вы уже не увидите ничего. Понятно, да, что как бы можно убрать атмосферу, посмотреть, как это красиво смотрится. Смотрелось бы, если бы мы могли также отключать свет. Ну, в общем, я думаю, понятно, да? То есть вы сможете увидеть Сатурн, вы сможете увидеть Марс совсем рядышком с Луной. Лады, пользуйтесь. Рекомендую. Приложение классное, много функций.